Отец всегда говорил, что прелюбодействовать – это грех и очень плохо. Но так как мы его кровь и дочери, он может делать с нами все, что захочет, а мы должны всегда этому подчиняться. У него специальный был звоночек. Он в него звонил, и кто-нибудь из нас троих мгновенно должен был к нему подбежать, хоть днем, хоть ночью, и делать все, что он скажет. Воды принести, еды, разное другое. Мы должны были ему прислуживать, как рабыни. По прилету в Москву 23 ноября 2014 года отец меня принуждал делать разные вещи. Он трогал меня в интимных местах, это случалось один и более раза в неделю. Я рассказывала об этом только своим сестрам.